Верховный суд Чувашии отменил приговор бывшему министру природных ресурсов и экологии Чувашии Ивану Исаеву и отправил дело на новое рассмотрение в Ленинский районный суд Чебоксар, пишет газета «Коммерсант». Бывшего министра обвиняли в незаконной рубке лесных насаждений, совершенной в особо крупном размере, с использованием служебного положения. Но вину за собой Иван Исаев не признал. В Верховном суде информацию подтвердили. Президиум Верховного суда Чувашской Республики постановил кассационную жалобу удовлетворить, приговор Ленинского районного суда и апелляционное определение судебной коллегии по уголовным делам Верховного суда Чувашской Республики в отношении Исаева Ивана Васильевича по части 3 статьи 260 Уголовного кодекса Российской Федерации и Мусабирова Геннадия Николаевича по части 5 статьи 33, части 3 статьи 260 Уголовного кодекса Российской Федерации отменить. Уголовное дело в отношении них передать на новое судебное рассмотрение в Ленинский районный суд города Чебоксары в ином составе суда.